призвать участников чемпионата Обилимпикс 4-го национального чемпионата. Сегодня здесь присутствуют представители 83 регионов. 5000 человек приехали к нам в Москву в гости. Москва становится городом равных возможностей. И мы сделаем все для того, чтобы и инвалидам, и всем остальным москвичам всех категорий в городе было комфортно и уютно жить. Я хочу вам всем пожелать удачи, успехов. И как сказал наш мэр, не будет побежденным, мы все победители. Желаю продолжать участвовать, чтобы у вас с каждым годом было больше участников. Вот только это. А там уже победитель, не победитель, это уже не важно. Потому что, ну, уж более классно. Тем более, я так слышал, что отсюда набирают на работу сразу, да? Приходят люди, работодатели, берут на работу. В общем, классная идея. Это потрясающе. 4-й чемпионат Обилимпикс, где люди действительно могут, во-первых, посоревноваться в своих способностях, во-вторых, познакомиться с огромным количеством людей, уже в будущем, я уверена, друзей. И, конечно же, уже прямо непосредственно здесь трудоустроиться – это большое дело, это очень доброе дело. Я надеюсь, это будет продолжаться, успехи участников будут приумножаться, что я искренне желаю вам удачи, веры в себя, только вперед и, опять же, свои все навыки приумножать.